Галина Горская ежедневно занимается скандинавской ходьбой. Спортивным инвентарем она запаслась 2 года назад и не пропускает тренировки. Говорит, улучшилось самочувствие и удалось избавиться от лишних килограммов. Лечебного эффекта от любых занятий можно достичь лишь при соблюдении техники ее выполнения. Поэтому Галина старается регулярно посещать мастер-классы. Это для здоровья очень важная ходьба, как говорится, движение – это у нас жизнь. Из-за этого мне это нравится. Постоянно на свежем воздухе выбираешь время свободное, когда оно есть, быстренько палочки в руки и на природу. Занятия на свежем воздухе проводят профессиональные инструкторы. Все они – победители президентских грантов в сфере общественного здоровья. Мастер-класс для людей серебряного возраста посвятили искусству правильной ходьбы и дыханию, что сегодня особенно актуально, поскольку коронавирусная инфекция ухудшает прежде всего работу дыхательной системы. При ходьбе нагружаются почти все мышцы, включая диафрагму. Укрепляется, кроме того, сердечно-сосудистая и иммунная системы, рассказывают врачи. Снижается и уровень гормонов стресса. Пока и погода, и эпидситуация позволяет нам ограниченно хотя бы на свежем воздухе собираться, мы вот решили собраться, немножко обсудить, где мы сейчас с ведущими самарскими тренерами, подумать, что мы еще можем сделать для самарцев, чтобы вот в ситуации этой экстремальной, в ситуации повышенного стресса, все-таки максимальное число людей выбрали для себя именно здоровый образ жизни. За состоянием здоровья участников мастер-класса следили медработники. Подобные тренировки идут на пользу каждому, кто стремится поддерживать активный образ жизни. Мероприятие прошло в рамках реализации национального проекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Мария Елчан, Николай Епифанов. События.